их ученых, это биологи, химики, физики, которые могут дать ответ школьнику именно по профессиональным вопросам. Через эту платформу я провела более 50 встреч. Кто-то четко определился со своей учебой, со своей специальностью, кто-то после встречи понял, что наука – это совершенно не его. Поэтому встреча с ментором – это крайне важный процесс. То есть ментор сможет ответить на те вопросы, на которые родитель или учитель ответить не может. Допустим, как будет выглядеть твое образование, сколько ты сможешь зарабатывать, где ты сможешь работать и так далее. И в моей жизни менторы сыграли, наверное, ключевую роль, так как до 2014 года я видела себя только как ученый, работающий только в лаборатории. Но в 2014 году я поступила в университет Singularity, находящийся на базе НАСА, и моя жизнь полностью поменялась. Именно там я увидела этих ученых, которые в последующем стали бизнесменами, стали инвесторами и повлияли на жизнь миллионов людей. Рэй Курцвелл, чье выступление вы сегодня слышали, это один из основателей университета Singularity и один из моих менторов. Именно за счет их примера я поняла, как в дальнейшем я должна строить свою карьеру. Это неизбежно, что в будущем большинство специальностей исчезнут с нашей планеты. Что возрастет, что производство, человек перейдет в более сложное производство, и возрастет роль культуры, творчества, интуиции, эмоционального интеллекта. Но это не значит, что мы все должны бросить свои университеты, бросить свои направления и перестать рассаживать сад в своем огороде. Нет, это временно, но мы должны понимать, что временное не всегда значит плохое. Единственное, с чем мы должны, не должны никогда соглашаться, так это с тем, что процесс нашего образования окончен. Он бесконечен, он сингулярен, так же, как и наша вера в бесконечность человеческой цивилизации. Спасибо.